Ребятки, ну что, всем привет. Хочу сегодня поздравить всех наших любимых учителей, пожелать им счастья, самое главное терпение и самое главное здоровье, конечно же. Потому что учитель — это, по моему мнению, одна из самых неблагодарных профессий. Вот, спасибо вам, учителя, если кто-то смотрит, что вы есть у нас. И вообще снимаю перед вами шляпу. Профессия нереально сложная, крутая. В общем, вы огромные молодцы. Хочется всего вам, всего самого наилучшего пожелать. Вот, еду поздравлять своих учителей, сейчас возьму цветочки, тортики, вот, и советую вам сделать то же самое. В общем, всем хорошего дня, и еще раз учителей всех с праздником. Итак, вот мы такие красивые, с цветами, с тортиками, в общем, идем поздравлять учителей.